Он был когда-то странным Airbus'ом безымянным, теперь носит гордое имя Самара. И вот впервые уже в новом статусе подлетает к аэропорту Курумыч. Работает несколько авиадвигателей, потому здесь так шумно. Только что совершил посадку, и вот он, самолет тезка нашего города. Он носит имя Самара. На самом деле, городов, в честь которых названы самолеты, их не так много. Буквально можно пересчитать по пальцам. Так что этот случай можно назвать уникальным. Именные самолеты уже есть у Оренбурга, Ростова-на-Дону, Мурманска и других. Имена в честь городов, конечно, не используют в переговорах с диспетчерами, но летать на таких суднах приятней, откровенничает командир экипажа Олег Шнейдмиллер. Для нас приятно прийти, подходя к самолету, и видеть герб определенного города. В данном случае это город Самара. Не обезличенный предмет, а уже как-то одушевленный. Из Самары борт улетел почти через час после посадки и обещал вернуться. Рейсы Питер-Самара и обратно на именном судне осуществляются регулярно. К слову, это направление стало вторым по популярности у жителей Самарской области по итогам прошлого года. Валерия Макарова, Константин Головин, события.